Уважаемые коллеги, добрый день. Начинаем работу Всероссийского библиотечного конгресса 16-й конференции Российской библиотечной ассоциации. Позвольте сообщить данные о количестве членов РБА, присутствующих на конференции. На 23 мая 2011 года на 10 часов утра местного времени зарегистрировано 389 членов РБА, 87 представителей членов РБА Тюмени и Тюменской области, всего 515 участников, организаций 182 из 53 регионов Российской Федерации. Для подтверждения полномочий 16-й конференции РБА и проведения выборов президента и членов Совета РБА необходимо выбрать мандатную и счетную комиссию.